Люди готовят ежедневно. И Надоба помогает сделать этот процесс максимально комфортным. Ежедневная готовка – это не рутина, а увлекательное творчество, объединяющее семью и друзей. Поэтому Надоба создает удобную, надежную и функциональную посуду для начинающих кулинаров и опытных мастеров. И делает это лучше других, сочетая бескомпромиссное качество, подтвержденное обязательной многолетней гарантией на изделия, разнообразный ассортимент и доступную цену. В данном цикле видео мы будем рассказывать о сковородах, кастрюлях, ножах и про другую полезную и необходимую посуду. Подписывайтесь, будет интересно. Какая она идеальная сковорода? Надежная. Будет профессиональным помощником вам на долгие годы. Экологичная. Безопасная для живых организмов и соответствующая нормам экологии. Удобная и функциональная. В данном видео речь пойдет об алюминиевой посуде, главными плюсами которой являются теплопроводность, легкость по сравнению с чугуном, долговечность и прочность. Современная алюминиевая посуда – это изделие с антипригарным покрытием. Полезное питание, возможность готовить вкусно дома, да еще и без масла, экономия электроэнергию и время – вот тенденции современной реальности. Алюминиевая посуда Надоба удовлетворяет данные потребности. Сковороды имеют массивный корпус из литого и кованого алюминия, благодаря чему достигается равномерное термораспределение и сохранение тепла. Такие изделия устойчивы к деформации при нагревании и прослужат верой и правдой много лет. То есть, готовя на толстостенной алюминиевой посуде, вы экономите время, энергию и деньги. Если вы предпочитаете основательные изделия, наиболее устойчивые к тепловым деформациям, обратите внимание на коллекции литых сковород, например, Минералика, Дара, Густа. Для тех, кто предпочитает изящные изделия полегче, стоит обратить внимание на кованые сковороды, например, коллекцию Седа. Нон-стик поверхность от ведущих производителей антипригарных покрытий гарантирует безопасность, защиту от пригораний и прилипаний и долгий срок службы изделия. Посуда, произведенная на сертифицированном производстве, может легально иметь на упаковке знак покрытия. Такая сковорода имеет двойную гарантию. Гарантию от изготовителя изделия и гарантию от производителя покрытия. Надоба использует в своей продукции антипригарные покрытия среднего и премиального уровня. 4-5 слоев. Например, в серии Седа используется покрытие Quantanium от американской компании TPG. В сериях Вилма, Густа и Дивна используется покрытие Ultimate от швейцарской компании Pilac. Толщина премиальных покрытий от 45 микрон. Самый дорогой – это финишный слой. Он отвечает за антипригарные свойства. И тут чудес не бывает. Тонкое антипригарное покрытие обладает низкими антипригарными и эксплуатационными характеристиками. Для удобной и комфортной работы посуда Надоба имеет ненагревающиеся ручки с покрытием Soft Touch. В ряде моделей они съемные, что позволяет использовать сковороды в духовке, холодильнике, посудомоечной машине и удобно хранить. Говоря об алюминиевой посуде, хочется подчеркнуть, что в ассортименте Надоба, кроме классических, блинных сковород, есть кастрюли, сотейники, ковши из литого и кованого алюминия. По опыту, самую вкусную кашу с эффектом томления можно получить именно в толстостенной алюминиевой посуде. Такая каша не пригорит за счет антипригарного покрытия, а после выключения плиты настоится, так как посуда долго сохраняет тепло. Теперь не нужно кутать кастрюльки в телогрейке по бабушкиному методу или искать русскую печку для приготовления самой вкусной гречневой каши. Вы хотите готовить как настоящий профессионал? В нашем ассортименте есть сковороды из нержавеющей стали, на которых готовят гуру кулинарного мастерства. Интересно? Об этом расскажу в следующих роликах.